Первым делом я хочу сказать спасибо работникам клуба, которые почистили поле. Там с утра было вообще замело, все, снегу, спасибо им большое. Они дали возможность нам сыграть эту игру. Неположительный результат, ну что ему сказать. Минут 75, они 2-0, когда мы выигрывали, хорошо играли, контролировали игру. Потом бац, и полетело, и штрафной, и пенальти, и все в совокупности. Отыграться уже просто время не хотел. Когда 2-1 стал счет, уже мандражик такой пошел, потому что нам надо было чуть сбалансировать игру, успокоить ее, поконтролировать мяч, а мы начали в их футбол играть. Они нас дожали на контратаке, и все. Игра, начиная с самых первых минут, была полностью под нашим контролем. Контролировали игру. Получилось у нас забить быстрый гол. Потом во втором тайме сразу забили второй мяч. Я думаю, после этого момента немного расслабились, почувствовали уже, что добудем победу. И начиная с 75-й минуты, там 5 роковых минут, в которых мы как-то были не собраны вообще и пропустили 3 нелепых мяча вообще, не знаю. Когда команда забивает первый мяч при счете 2-1, они сразу духом поднимаются, чтобы вот они чувствуют, что могут забить еще. Мы как-то не сдержали их натиск и пропустили второй, третий, и уже потом не смогли спасти игру.